Леха Пушенко. Ракета Лехина, блин. Пипсы у него тут стоят вообще крутые, короче. Так, 2-2 по сетам. 2-2 по сетам. Крутейший теннис смотрим, вообще наблюдаем. Заруба. Ух ты, летела как, а? Хорошо летела. Пушенко, Янакиева подачу. Литенко, Урлока на приеме. Ночняцкая встреча в группе. Так, Юра сегодня вообще мощная, играет злая, еле-еле 3-2 выиграл у нее. Хорошо поднял. 2-1. Сетка. Так, Олег тоже на шипах. Тоже шипы стоят. Тоже держит. Хорошо контроль танский у него. Молодец. Да, такая мощнейшая встречка. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот отбил шипами. Если перевернул бы. Говорит, нет, короче, я бью шипами, пробую, так что. Срезочка сразу. Хорошо, красиво все пролетает назад. Ух ты, гляньте, какой красивый теннис, вообще двигается. О, вообще, нравится мне, да. 4-2. Сегодня хорошо, легко в группе. Сегодня мы Буркова выиграл в группе. Он тоже такой 3-3-1. Там простая подрезка. Простая подрезка, говорит. Перешли. Переход у них. Хороший топс. На нулюхе, конечно, мощный топс. Пушенко занимался в мощных. Мастера спорта еще Советского Союза. Так что Леха, да. Топс поставленный у него. Леха, конечно, это технарь. У него все мощно. У него и бэкхенд слева, и топс, и подрезка запил. Подача мощная. Слева Олег. На бэкхенд два раза сыграл. Вот это убой. Ай-яй-яй, прилетело. Ай-яй-яй-яй-яй, просто от стены уже, от стены. Вот это матч прямо наблюдаем, супер файт найт такой. Супер теннис смотрим, вообще, ну, класс. Держит. Да, здесь неудобно атаковать. Ты как хорошо, надо что-то засунуть, запутать надо. Опа! Внимательный подрез, скорее. Так, 7-5. А, блин, какая боковая, такое прилетело. Для разнообразия, говорю. Пардон. 7-6. Мощный. Мощный топ, конечно. Так, топить водички. Да, ну Леха при Украине кандидат мастера спорта. Пушенко, так что, да, при Украине. Ну, Леха, да, много не играл, у него был тайм-аут такой. Поэтому сейчас еще идет добор техники, так сказать, наверстывает. Сыграл на бэхе, молодец. Играем. Бить, конечно. Ух ты, а! Смотри вообще, какой теннис, ай-яй-яй.
Да ты смотри. Ай-яй-яй-яй-яй. Обидно. Обидно, блин. Капец, обидно. Хороший, хороший, да, не достал. Эх. Леха там привез накладки попродавать своих, там тоже у него, блин, все есть, шипы, основания. Так, основание Рома у него взял, подачу какую-то. Так, основание у него, Рома купил какое-то основание, побыстрее себе взял. Потом что там, батрифляевских накладок куча лежит, шипы, короче, да. Поэтому это такой серьезный парень у нас. Так, Пушенко, 3-2, красивейший теннис. Красиво, 3-2. Молодцы, молодцы.